Вот на расстоянии где-то 10, нет, 7 метров. На расстоянии 5 метров, а может больше тут. Ну, шагами я отметил. 7 метров. Плетенка перетирается. Обровку. Будем сейчас обрезать. Периодически надо проверять это, дабы не потерять трофей в воблер. Июль. Река Ахтубе. Первой точкой прибытия была база «Лес и рыба». Изначально мы собирались остаться именно здесь и провести свой полноценный отпуск. Но переночевав всего одну ночь, мы понимаем, что вода активно прибывает. И нужно принимать решение – уезжать или оставаться. Причем скажу больше, мы основную массу вещей уже разобрали. Решение было принято уехать. Но вопрос – куда? Сделав пару звонков знакомым, по рекомендации мы направляемся на базу Левада. Ну вот мы и на базе Левада. И мы очень теперь надеемся, что именно здесь и начнется наш отдых. И наша долгожданная рыбалка. База нам в целом сразу понравилась. Недалеко от береговой линии находились туалеты, душевые кабины и умывальники с большим зеркалом. Это многим приглянулось. На этой базе можно было снять в аренду лодки. Как без двигателя, так и с двигателем. Основная масса двигателя была пятнашка в Сузуки. Также при базе были очень большие беседки с видом на речку Ахтубе. При беседках стояли мангалы, можно было закоптить рыбу или сделать шашлычка. Эти видеокадры отсняты в сентябре. Я специально вставил их в этот фильм, чтобы вы могли видеть разницу, какой уровень был воды в сентябре и какой был уровень воды в июле. Итак, нам предстояло сделать многое. Обустроить берег, нашу береговую линию, нашу зону отдыха. Вещей у нас всегда много, отдыхаем мы масштабно. Наши приключения еще были впереди. Мои рыбаки, да. Огурчиком. Не, мне надо чем-то запить. Как тогда, да? Yeah.
Ну, друзья мои, вроде все налаживается. Спустя 6 дней. Что, у нас есть рыба? Да, у нас появилась рыба. Мы полностью обосновались уже, без переездов. При разборе лодок мы обнаружили, что одну проели мыши. Эту лодку в том году ребята оставили у знакомых в городе Харбали. Моя лодка также была пробита, возможно, во время переездов с места на место. На устранение этих проблем у нас уходит еще практически целый день. Итак, друзья мои, вроде бы как отдых теперь начинается. В эту поездку мы приступили к рыбалке только на 5-й день. Единственное, нам не очень понравилось, что вершинки деревьев на береговой линии, основная их масса, была сухостоем. При сильном ветре это может быть очень опасно. На даче где-то? Но выбора у нас не было, и мы обосновываемся здесь. Ну, сегодня у нас чудесная погода. Дождя нет. Нет, смотри. Вот они сидели двое. Я туда, вот, где кошка ходила, там прям раковина и мясо. Под чудесную погоду, чудесное мясо. Да, да, вот это. Со временем стал подтягиваться народ. Где мы стояли, место находилось на возвышенности. И я так понимаю, что это одно из немногих мест, которое не затапливалось. В этом году вода прибывала как весной, хотя мы приехали отдыхать в июле. Как я позже узнал, вода в русло встала только в конце августа. Немного расскажу о своей палатке. Палатка Old Well. Модель называть не буду, так как ее, по-моему, уже сняли с производства. Итак, палаткой мы этой очень довольны. К примеру, внутреннее пространство этой палатки просто поражает. Прихожая просто громадная. При желании тут можно постелить матрасы и расположить множество человек. Также один из очень больших плюсов – это герметичность этой палатки. Сказать простым языком – это единое целое. Что прихожая, что спальня. Также является громадным плюсом, что никогда в эту палатку не заползет ни змея, ни какое-либо другое насекомое. Если вы, конечно, плотно закрыли молнию. Палатка очень прочная и надежная. Единственный минус – проблематично ее собирать. Ну что, друзья мои, полностью обустроившись, мы приступаем к рыбалке. We'll be right back.
Если он будет очень здоровый, придется брать за нижнюю губу. А он не маленький. И аккуратно, там воблер будет, понял? Под сак больше 25 не влезет. А я думаю, что здесь больше, ребят. Все, он у нас работает. Слава богу, это не реплика. Стоит родная Халк 150-я. Время. Еще, Валер, короче, знаешь что? Веревку подготовь. Вот здесь веревка вот эта есть, да. Палка там продета, проверь палку. Еще просто узел можно там... Не узел, а просто продеваешь и с двух сторон его берешь. Ё-моза, нет, не тридцатка. Так, подожди. Блин, он сюда даже наверное, зараза, блядь. Так, Валер, достань дубинку мою. Ты должен попасть ему по носу. Дай ему, по носу дай ему. Ссылка на полное видео о поимке этого сама под видео, если кому интересно. Видишь, как тройник встал? Давай под жабры буду брать. Попусь. С другой стороны. Да, он держится плохо. Молодец. Вот так держи его. Все, держи его, ничего не сделай. Держи его крепче. Да. Спиннинг, спиннинг, спиннинг. Есть, он здесь. Ё-моё! Сколько тебе? Опа, вроде бы как неплохо дает. Может, щучка? Вот это что-то посерьезнее. Меня по течению еще тащит. И он еще сопротивляется. Ну, похоже, наверное, все-таки плохо знает на щучку. Давай побыстрее. Это точно не мелочь. Не-не-не, так борт пробьешь. Надо было приманку в воде оставить. Пока нет. Вот теперь давай. Наконец-то, блин. Так. От меня тоже.
Ну что, друзья мои, отстрелялся вот такой воблерочек необычного цвета. Надеюсь, там видно. Вон. Очень интересные здесь крючки. Поговаривают, что стоят овнер. Почему говорят поговаривают? Потому что воблер стоит 200 рублей. Кольца заводные здесь шикарные. То есть, в принципе, вся фурнитура отменная. Внешний вид тройников очень достойный. Я бы сказал, очень острый. Интересно загнутый вовнутрь. Цвет очень необычный. И 125, 20 грамм. Написано номинал 7 метров. Но лопата стандартная стоит как у Халки, то есть 8-метровая. Называется воблер Enchanter. Вроде бы так. Поподробнее о нем, если будет ловить дальше, я расскажу уже в обзоре после возвращения. Все, ловим дальше. Это покрупнее. Подтычка, да, это точно крупнее. Воблерочек за 200 рублей. А вот ты сейчас шел по 10 вообще. Да, и к слову о цене. Дорогая приманка не всегда ловит рыбу. Нашли мы местечко. В принципе, так же, как и не каждая дешевая. Самое важное, чтобы приманка была сделана качественно. Ну, видит, пусть молчит. А цена тут ни при чем. У меня лично в ящике хватает приманок, стоимость которой переваливает за 1000 рублей. Но, к сожалению, эти приманки не всегда ловят. Ой, конечно, не очень крупный. Ну, крупный. Тихо. Не найдут, так он сейчас соскочит. Ну, это покрупнее тех. Ой. Ноги, все не береги, ноги. Так, у тебя теперь посадишь, по-моему. Расцветка клоун. Называется? Ну, я думаю, по-моему, рыба клоун такая есть. Ну, это забираем на копчуху. Аптегин? Проводки взял. Ну, если это опять же не трава, не дергается пока. Нет, сидит. Давай второго сейчас сюда. А, да вот так по дымке. Нашли, Валерик, нашли вроде бы. Ну перестал брать, да. Да, перестал нас. Из-за того, что воды было много, судака приходилось искать в совсем других местах, ранее для меня неизведанных. Приходилось включать логику, мыслить логически. Где же этот колкастый разбойник может стоять? 5 метров, 5,7. Стоять он может в местах резких свалов, плюсы примыкающие к ямам. 8. Здесь, в принципе, можно жиговать. Неровный рельеф – это его стихия. Порой судака можно найти.
Но, к сожалению, даже мало кто понимает, что чаще всего судака можно найти в прибрежных бровках. Первая или вторая бровка. Лес, да, вот здесь. Береговой свал. Резкий береговой свал. Ну, заходим к нам на кухню. Мы имеем холодильник ЗИЛ, старенький, маленький LG холодильник, столики, плиту газовую и вот такая удобная мебель. Всем рекомендую. С полочками хранятся кастрюли. Собирается на трубках, на уголках держится. Есть такие модельки. Вот со столиком очень удобно, эту плиту. Обязательно берите ветрозащиту. Вот здесь у нас тоже аналогичная система. Тоже со столиком, только уже вот с таким. На молнии сеточки, посуда лежит. Сейчас наверняка есть что-то посовременнее, поинтересней. Я брал это очень давно. Возможно, был один из первых. Это собирается уголками. А есть еще такие, у меня одна такая есть. Просто тянете, раскладываете. И она раскладывается, потом ремешками фиксируете. Вон. Вентилятор. Без него никуда, иначе можно сдохнуть. Есть у нас свет. Магнитофон. Ну вот как так живем. И главное, куча удлинителей. Кидаем все это дело от базы. Пляж у нас в этом году один. Купаемся все вместе. Там более-менее нормальное дно. Каменистое. Ну, по крайней мере, дно. Рыбалка в этом году была больше по мелочи. Крупную трофейную рыбу приходилось искать. Пойманные хвосты на 2 килограмма были за счастье. Или сом сошел. О, что-то съело, блин. Просто повисло. Чудо тощие ручки. Наверное. Что-то совсем маленькое. Плохо. Совсем маленькое. Ну, для этого года может быть.
тощие ручки, друзья мои. Много, ну как воблер идет, у него сон так может быть. По сравнению с которой я сейчас вижу, намного. Ну что, завершаем, все. Надо. Сколько времени? 10:54. Давай еще разок пройдем. Давай. Есть. Иди, иди, наверное, иди. Тощий давай его звать. Тощий? Дохляк отработал. Да, вот здесь свал. Слушай, где-то 7 метров свал. А, опять подъем. И опять подъем? Угу. Опять? Да, яма прям такая здесь. У меня тощие ручки. От тощего. Тощий. Поймал тощего. Тощий работает, рефрана. Если будет, наверное, побольше трофейной рыбы, может, трофей будет цеплять. Трофеев в этом году маловато. Сидит, блин, вообще метет все подряд. Что-то вроде побольше маленько. Тоже винтом идет. Да. Садись на эту сторону, хочешь? Ну я попробую с той стороны. Сошел. Маленький был.
такая хрень при каждом запросе. Стая как у ней. Нету? Нет. Здорово. О, нет, есть, сейчас сидит. Ты смотри, за эту хрень взял. Ну вот, хоть остался. Я его не отпущу. Я рыбу хочу поесть. Это жопа не год, это жопа год. Болото. Как только Волгоград открывал шандоры, так у нас на третий день усиливалось течение. С этим течением шла мутная вода. И было очень много берегового мусора. Ривьера СК, да? Да. 3,80 СК. 3,80, а внутри метр, да? Внутри прям метр? Да. Широкая, да. Широкая, я вам тут сижу. Да вообще, блин, бомба. Две поклевки в одном месте. Скорее всего, стая стоит. Стая неплохая. Там были опуски, поклевки такие. Сильно он продавил его вперед и оставил мощные риски на воблере. Воблер был новый. Сильный риск на нем. Делаем второй заход, пробуем. Нашли его. Не крупный? Не очень крупный, но не совсем мелкий. Сюда ко мне не надо его. Что такое? Да. Не, винтом идет. Крупного нет никакого. Нет, нет, да. Как же ты не чувствуешь, не могу понять? Пролет, на мелочь попали. Сейчас еще раз зайдем. Есть, блин, ну как же он интересно клюет. Молчит. О, вот
коряга, и судак, блин. Все вместе. Бандит, битое стекло, желтым пузом. Судачок, давай, пацан. Валер. Блин, не надо. Так, почему он соскакивает у нас с этого, с первого тройника, блин? Бьет морду, попадает. Харпун. Мистер Харпун? Харпун, да, мистер Харпун. Удар был? Угу. Опустил я его. Это тоже удар был, но поменьше удар. Первый сильнее и мощнее был удар. Мистер Харпен? Стой. Как тебе Эчеп? Что как мне? Как спиннинг Эчеп тебе? Спиннинг нормальный, хороший, очень чувствительный спиннинг. Чувствую на него все. Единственное его недостаток, то, что ну, с очень крупными приманками, такие как, например, агрессор 150, он против течения уже не потянет. То есть нужно иметь второй спиннинг для каких-то больших самолетов приманок. А так очень хороший чувствительный спиннинг. Я доволен. Просто доволен. Тестом 150 грамм он и 2,40 длину. Я ловлю на Black Hole Force Line, взял себе 2.30 в этом году с тестом до 180 грамм. Чуть-чуть понежнее он, чем мой предыдущий, до 300. Папайя, чтоб тебе, ну как ты взял зато прям? Ну поздравляю. Опус был конкретный. Не,
Нет, туда не пройти, там сыро, наверное, змей до хрена. И травы до жопы. Пешком, да, туда не пройти, потому что где вот эти деревья, уже вода. Кого-то мы шуганули здесь. Но в сторону-то он не идет и не давит. На рыбу не похоже, бля. Ну, ты с потычкой его взял? С потычкой. Вот такой дружной мы компании. Сегодня у меня сидим. У меня вот здесь спиннинг. Куда направо? Чего там, большая коряга? Знаешь, не плавают. Очень много мусора плавает. Видно, опять воду дали. Вот сейчас чуть, точнее, мы его задели даже. Вот такое бревно притопленное плывет. На волне его даже и не видно. Вот так налетишь на полном ходу и прощай движок. А может быть пробить лодку. Присматривайтесь, его так вот в принципе видно. Вот еще одна крокозябра. Вот на такую налететь и хана. Очень страшное кино будет. Горит как? Горит. Сом? Сом. Сом, сом, сом. Ну, больше 10 минут точно. Чё ты его не подними? Тихо, 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 тихо. Пусть идет. Все работает. Работает? Конечно. Идет, пусть идет. Да, слушай, тут, наверное. Нет, тут хорошее. Поздравляю с трофеем 2017 года. Не, Валер, ты туда вот спиннинг, да, и все. Держи прям, не надо сюда клонять куда-то. Если да, это уже где-то под трешечек. Рам. Как вы видишь, по воду плывет. Рано. Давай. Все,
все, поздравляю. И сколько? Опять 205. Ага. Это вроде не 205. Как не уронил, держит. Красавый. Фу, красивый. Ну все, все, бог. Зацеп. Там зацеплен что? Ну, натяжка есть какая-то? Что, рыба там? Да, рыба. Ты, Саня, не видишь по этому? Давай сюда, из трофея у тебя. Молодец. Оставь леску, леску оставь. Когда рыба в подсачнике, а ослабеваешь, так, надо ослабить леску. Понял? Леску оставил? Да, ослабил. На мыс сюда убегай. Около двух, там, кило 800, наверное. А чё у тебя глаз красный? Да у них глаз красный. Бордовый, как глаз. Ух, вот был на опус, вот это хороший. Вот это и есть. Вот он. Ух, мама. Вот это был опус. Вот это трешечка, наверное. Если я не ошибаюсь. Просто его в воде оставь. Да, вот он давит, но не сильно. Двушка, может быть. Кило 800, наверное. А бойко шел. Так. Давай, ротом. В июле сейчас вот это за радость. Опять агрессор и опять этот 205. Да, он где-то 8, бля, он практически на 9 метров получается стоит. Охренеть. Есть еще маза, где пройти. Ну вот он идет у меня очень плавно по одному. Он не должен рыть. Тогда я, наверное, вот смогу разобрать. А если он будет рыть, когда ты говоришь, он иногда чиркает. Вот он так и должен. Вот у меня идет, и отлично. Если я сомневаюсь, я раз его вот вперед меня протаскиваю, и я вижу, что ага, вот он все на дне. Снимаю креветку, сейчас я такой же дам, как синий.
Да, вот это, блин, тоже. Вот, вроде бы с виду смотришь на нее. Ну, жизненная, ну, я бы не купил. А то мне просто понравилось, как игрушка, наверное. Вот так более-менее. Да. А так вот, блин, повелся как на игрушку. Думаю, блин, какие-то полнячочки, жабры, думаю, нахрена не. Фурнитура здесь просто опупеть вообще. Мне тройники еще понравились, кольца эти, блин. Они мотать. Все, вот так мотай, мотай. Мотай, мотай. Если он будет давить, ты немножко это. Вот. Сейчас ним, когда мотает. Давай, какая разница? Повыше спинник подними. А ты, Валерс, лучше туда подводил. Он не сможет тебя свой подтащить. Прям, Валер, заведешь вообще. Молодец. Толстый. Герман. Да. Толстый. Герман. Хорош. Весом перебил. Так. Подсак, держи там, Валер. Пластинки. Жизни. Ой, какие больные вес. Это, наверное, 2,5. Не, ну, 2,5 здесь нет, здесь около 2. Мне все кажется, здесь 2 с чем-то. Толстый. Я... Синий такой цвет Германа. В этом году тоже неплохо отстрелялся. Единственное, вот тройнички у него слабоваты. Сейчас покажу. Давай мешок. Вот такой. Поздравляю, Тимофей. Спасибо. Давай 5. Маленько разогнулись тройничочки. Тройничочки слабоваты. Не знаю, будет тебе видно или нет. Вон там цапля сидит за деревьями. Наверное, не видишь. Мафия выматывает. Держи на весу. Тимофей, у тебя там как там? Удочку на это. Ладно, я сам все сделаю. Такие чудеса бывают. Решите. Ну вот сегодня отрыбачили. Более-менее нормально и достойно. Это можно. Как-то так. Каких-то отпустили помельче. Лицо такое у него задумчивое. Вот, вот так вот лучше. Ну, были сходы. Два было схода очень больших. Возможно, кому-то сейчас повезет больше. Кто приедет попозже. Вода уходит. Клёв вроде налаживается. Но с судаком приходится бегать. Искать его. Вот так вот.
Дед сегодня судака не нашел. Да, дед? Мало. Судака мало. Тимофей сегодня будет у нас продолжать ночную рыбалку. Ловить лещей, подлещиков, езей. Это наш корреспондент. Ну, мой младший помощник. Обрезай плавники. Там. Это наш боцман. Давай. Там мой заяц спрятался. Готовит нам. Два брата акробат куда-то ушли. Все, пойду чистить с боцманом рыбу. Мир мошки и радости. Ты мастер попугая. Ну ты ходил, смотрю, там по 7, по 6 метрам. По 7, наверное, да? Шел на 7,5, спиннинг шел примерно на 6,5, потому что там яркий. Я смотрю, ты серебитку поставил. А, бандит, да? Все тот же бандит. Здесь подход стоит уже краски. Процентов 50 нету. Но работает прекрасно. Давай заглянем в мешок, не мы вывалим. Ну так не увидишь. Ну, в этом году вот такие у нас уловы. Крупного очень мало. Я бы сказал, что вот этот вот сверху, вот эти есть крупные. А у вас что за уловы были? Хороший улов вчера. Ночью вчера ловил? Да, вчера ночью ловил. Отлично ловилось? Хорошо. 20 с лишним поймал. Плотвичек. Плотвичек, да? Плотвичек, там что там у нас? Воблы, тарани. Не, воблы. На удочку с берега, да? Да. Ну, на видео вроде тебя заснял. Пойдем дальше. Пока привал стоял. Ну а что, сейчас тишина? Да, где-то. А сколько время? До 9:30 брал. Берет рано утром, вообще просто. Вот мы приехали сразу, бум-бум-бум-бум. Потом у нас с такими промежутками уже скучно стало. Здравствуйте, Ольга. Что у нас? Утречка. Утречка. Тихо. Здравствуйте, Ольга. Господи, я не покрашу. Ай, катастрофа. Как вам отдыхается? Последний день очень. Релаксирую. Да. Мечтаешь домой? Антистрессовые котики, и рыбка, и все остальное. Котика забираешь? Конечно. Все, походу, котика можно пугать. Так. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Как вам отдыхается? Очень хочется домой. Я понял, до понедельника мы не задержимся. Хорошо. Стоять, камера. Что-то еще хотели сказать? Четверг уезжаем. Четверг. До свидания. Может, лучше в пятницу? Хочу ее уговорить, чтобы задержаться. Не получается. Будем стараться. Здравствуйте, боцман. Здравствуйте. Что вы нам расскажете? Я одно могу сказать. Кто-то рыбачит, а кто-то чистит. Никогда не ведитесь, когда вам говорят: поедемте с нами, отдохнем, позагораем. О! Так, боцман сказал. Что-то съемка не получается, ракурс не тот. А это кто? А ты что скажешь? Это тоже Рыбалов наш. А Гремлин. Ты кто? Скажи что-нибудь. Давай дернем его за хвост, чтобы он заговорил. Моя девочка, да. Это девочка? Девочка. Это мама шестерых котят. Шестерых котят. Котят твои где? А? Бегают.
она им носит кушать отсюда. Рыбку берет и тащит. Да, закормили местных кошек. Да. С размером, ребята, вот так вот. Запалили. Да, это за утро. Но вон там еще. В общем. Не позорь меня, все. Надо вырезать, короче. Да его не припухай. Ну, друзья мои, мой сын в ночи воет. Кромешная тьма. Сын рыбак. Сын рыбака. Кот ему помогает. Сам все делает. Кот еще. Вот еще и кот у нас. Мы уже один пакетище заморозили. Нет, это 10 штук. На уху. Да. Нет, это дед будет солить. Ну, те сюда. Еще. Он на втором этаже развешивает. Целый ритуал у него. Сам все делает. Молодец, вообще красавчик. Хирургическая операция. Она там играет. Нет. Справляешься? Горжусь тобой. Ну что, друзья мои, и на этом все. Фильм о июльской поездке 2017 года закончен. Надеюсь, фильм был интересный и не нудный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В комментариях вы можете написать, какие приманки вы хотели бы, чтобы мы протестировали.